Здравствуйте, дорогие мои друзья! О великое счастье! Сегодня, 15 числа, в пятницу, пролилось над этим благословенным городом Москвабадом и его руководителем Собян Пашой. Сегодня заработала в метро, на всех станциях заработала система FacePay. То есть, как говорится, по-нашему, по по-русски по-советски означает плати своей мордой то есть теперь ваше лицо вы можете торговать своей, своей физиономией до этого знаете обычно артисты да торгуют физиономией своей но они при этом за это получают деньги да там всякие политологи торгуют своей мордой а мы же наоборот будем платить своими своими физиями будем платить за все знаете Открылась вот эта система на всех станциях. Была экспериментарная, Собянин это делал там что так удобно, такое удобство. Привязываете свою, значит, физиономию, регистрируете на портале там ну, Мос.ру, да, привязываете свою карту, там, проездной карту тройка и свою банковскую карту привязываете к своей физиономии. И нормально. То есть вы идете в метро и... Система определяет, что идет Иван Иванович Иванов и пропускает его с карты, снимаются деньги. Великолепно! Удобство: не надо прикладывать, не надо ничего покупать. Идете и это. Да, удобно, друзья мои. При этом помните: тут недавно скандальчик, что без уведомления вот этих граждан всю эту систему привязали и с правоохранителями, и с судебными приставами. То есть теперь. Как говорится, куда вы идете, зачем вы идете, и в то же время, ага, человек пошел, его можно взять, взять, снять, арестовать, снять все деньги с его карты, да? Думаете, так сложно? Только с вашего разрешения, только вот сколько там сейчас проезд стоит, только за это? Нет, друзья мои, вот это цифровое рабство. И многие кинулись, да, свою физиономию регистрировать. Зарегистрируем и будем торговать своим лицом, то есть платить своим лицом. Да, будете платить. И к 24 году обещают э, вот этот руководитель московского транспорта, что и в троллейбусах, автобусах, во всех вот, то есть в электричках все будет, будем э, расплачиваться физиономией. То есть везде эти будут. А там уже и уличные камеры, да, друзья мои. А вот тут свершится мечта вообще. То штрафовали водителей, да, а теперь можно штрафовать пешеходов. Ваше лицо-то известно, сказать, опа, как говорится, Мария Ивановна-то стоит вне пешеходного перехода, а камера-то висит, лицо есть. То водители получали эти письма счастья, да? А теперь даже париться не будут. С вашей карточки просто снимут, снимут деньги. Не так пошел, не так сказал. Идет слишком мрачным. То есть правила законов можно придумать абсолютное количество. То есть вы превращаетесь вот в это, в доильный аппарат. Каждый воздох, чихнули там где-то, ага вам высылаем, да, не положено, то есть, друзья мои, конечно, удобно, да, вот этот цифровой рай, который нам э, обещает Собянин, делает, уже, уже делает, он вовсю, на всех парах летит к нам, нам уже, знаете, <дых> грустно, грустно на, на самом деле, то есть, они уже вот в ваш кошелек, в вашу карточку залезают, то есть, вы сами даете право им делать все что угодно. А вам, ну, для удобства граждан. Для удобства граждан московские власти, помните, вводили систему платных парковок. Сначала этот кто там кричал, что только бульварное кольцо в качестве эксперимента, так быстро это превратилось. Уже там садовое кольцо, третье кольцо, МКАД и уже за МКАДом тоже. Парковки, эвакуаторы, запрет на то, запрет на все, все. Припарковаться где-то у магазина, проблема, знаете, там где-то у ресторана нет, ничего нету для людей. Скажите, так и нужно, удобство, да, зато мы теперь ездим. Ездим точно так же, еще хуже. Пробок стал там по 9 баллов, да, лучше не стало. Ту разметку, которую они сделали где-то создают еще больше пробок, потому что как бы невозможно э, очень узкий про, проем там буквально где-нибудь, чтобы вы могли перестроиться перед камерой в ряд, он там составляет 10-15 метров. Когда идет поток, то есть люди останавливаются, чтобы попытаться встроиться вот в эту одну дырку, перекрывают несколько рядов, да, сам Собянин перекрывает, вот сейчас ремонтирует, если раньше еще они считались с людьми и делали по одной полосе, то есть ремонтируют одну полосу, остальные свободны, то сейчас перекрывают по две, по три полосы, вплоть до того, что нам каде на кольце и оставляют одну дырочку, и появляется огромная пробка. То есть их не волнует наше удобство. Их не волнует, что они думаете, в лифте вам камер не поставят, а потом и в квартире вам камер не поставят, а ваши лица уже все зарегистрированы. Сейчас пока добровольно, да? Добровольно некоторые. некоторые Умные люди думают, как удобно, да, как удобно платить. Я свою карту привяжу, и все. Вы, вы даете доступ к своей карте. Без вашего ведома уже какие-нибудь приставы, еще. А вам скажут, да, ну, вы можете оспорить это. Судитесь, да. Вы хоть раз судились и знаете, что, что можно отспорить в суде. То есть, вот эта система Face Pay, и видите, она даже и называется-то не это как его, не по-русски, да. FacePay, да, лицо платит, да, лицо платит, плати лицом, плати мордой. <свят> Лучше бы так назвали, плати мордой, да, было для нас бы понятней, как-то ближе, душевнее, да, а тут FacePay, красиво, FacePay. Ну, друзья мои, я не знаю, вы, наверное, сейчас броситесь регистрироваться. Ну, кто живет в Москве, Броситесь свое, свою физиономию регистрировать на Мос.ру, чтобы она сразу пошла там во все данные МВД, сказали, ага, а этот, а сколько у нее там денежек на карте, а как они приходят, а за что он платит. То есть видите, все до копеечки им надо знать: расходы, доходы, они все хотят свести. Как помните, вот была какая-то, когда Мишустин еще вводил какую-то систему НДС, и когда он был еще этим налоговиком, он хвастался президенту, не так давно это было, что говорит, вот человек покупает котлету в ресторане, а чек уже передается в ФНС. И мы знаем, что он эту котлету, и все налоги будут там с этой котлеты бедной, там цена вот этого труда там вот столько, а все остальное сжирается, как и в бензине, знаете, самого бензина почти нету, там все налоги, акцизы, переакцизы, вот поэтому он такой дорогой не потому, что он дорогой, а потому, что они каждый раз, и от этой котлеты там, большой, остается там, 5%, которые вы можете съесть, а все остальное принадлежит вот этим Мишусиным, Путиным, Халапутиным, Говнопутиным. Да, Что-то такое прорвалось, да, прорвалось нехорошее. Но, друзья мои, вот, вот он, цифровой ад. И вот эта система плати мордой от этот Собян Паши. Потому что уже Городоначальником ему тяжело назвать, поскольку, знаете, город действительно превратился в какое-то царство рабов. И в чем-то, знаете, наверное, какие-то предсказатели, которые э, говорили, что, знаете, что Москва в какой-то момент провалится, да? И уже такое, знаете, желание возникает. Конечно, оно нехорошее, потому что столько хороших людей здесь живет, там действительно, чтобы вот да провались вот это все. Потому что уже как бы нельзя очистить эту грязь. Тут нужно только пум, да, его опустить, чтобы на месте этого возникло, может быть, синее красивое море. Да? Вот я начинаю понимать желание некий, некоторых богов, которые говорят, о, о, о здесь уже не вычистишься, здесь уже, здесь уже невозможно. Ну-ка, давайте пфф, спустим спустим воду просто. Да? Нехорошо, но Наверное, мы сами виноваты. Сами виноваты. Ну что же, друзья мои, я, наверное, тоже прямо сейчас побегу, это теряя тапки, регистрировать свою вот эту вот небритую физиономию на портале Мос.ру, чтобы, как говорится, Собяша мог посмотреть и сказать, ну что же, мистера, попался ты нам. Сейчас мы тебя так про это прошкурим, обнулим, что ты со своей мордой там не то что в метро из подъезда выйти не сможешь. Сразу тебе штраф. Бэм, тик тик Вот как, знаете, такой звук. Бэм -бэм. А Собянин радуется. Каждый раз в его кошелечек падают чьи-то денежки. Ох, друзья мои. Ох, доберусь я до него. Нет. Это, это не угроза, это просто пожелание. Просто пожать его руку, может похлопать по щечке, и сказать: "Ух ты, ух ты, собяшечка, как, как, как откуда ты это берешь вот эту дрянь? Откуда в твоей башке глупый, пропитанный этим водкой и кокаином? Откуда берется вот эта мерзость? Ты уже должен как бы это путать, как это в туалет сходить, уже под себя должен должен дуть. Советники, наверное, хорошие, да? Все, друзья мои, пока.